Вы пришли сюда сами, по собственной воле, а вот выйдете отсюда сами не все. У нас жесткий отбор. Мы были первыми в космосе. Мы лучшие во всем мире. У вас просто нет шансов, вы обречены на успех. Вы самое элитное подразделение. Откуда, сынок? Орел! Артеламп студия объявляет первый обучающий набор в Light Академию. Мы расскажем и покажем вам 5.5 шагов к успеху. Хотите научиться искусству торговли? Ага, ага. Хотите зарабатывать больше? Ага. Ага. Хотите знать больше и стать лучшими специалистами? Ага. Тогда поехали! Мы расскажем вам, как правильно приветствовать клиента, как завоевать его доверие, как обольстить его. Вы станете экстрасенсами и с помощью телепатии сможете распознать все самые сокровенные желания вашего покупателя. Вы сможете научиться ораторскому искусству и таланту проведения презентации. Мы преподадим вам уроки интеллигентной борьбы с возражениями, минимум черный пояс. И самое главное, мы раскроем секрет, что нужно делать, чтобы покупатель вернулся в ваш магазин вместе со всеми своими друзьями, родственниками и даже знакомыми. Вы готовы? Ага, ага. Тогда поехали! Только слышим условный сигнал, бросаем все дела. Не собираем светильники, не сидим, не дышим. Пришел наш благодетель. Наше главное оружие – это хорошее настроение и улыбка. Обязательно. Каждому входящему в наш магазин благодетелю мы улыбаемся и искренне говорим: «Добрый день, рады вас видеть!» У нас лето, золотая осень, зима. А для вас у нас всегда праздник. Искренне, этот человек принес вам деньги. Он ваш кормилец и поилец. Он делает вас богаче. Он дает вам возможность осуществить мечту. Дачи, машины, отдых, романтическое свидание. Да-да, это все он. Обязательно скажите, как вас зовут и что вы готовы помочь ему в любое время. Вы для него становитесь открыты и ближе. При входящем звонке, а это наверняка звонит ваш благодетель, вы должны бодро и с позитивом сказать в трубочку: «Добрый день, магазин Артеламп Сергей, слушаю вас». Будьте рядом, но не дышите в спину. Станьте тенью, и как только покупатель захотел что-то спросить, появитесь рядом. Главное, его не напугать. Благодетель должен первые 5 минут просто наслаждаться магазином и прекрасным ассортиментом. Не продавайте ему ничего сразу, глубоко вдохните. Представьте что-то очень приятное. Досчитайте до 10. Не приставайте с вопросом, чем помочь, не мешайте ему. Пусть наслаждается, у нас есть на что посмотреть. Но если он решил уйти сразу, то закройте дверь и объявите, что без пробитого кассового чека он отсюда не выйдет. Отлично! Первый шаг для установления контакта вы сделали. Чуть не забыл. Когда вы пришли на работу, вы должны быть в фирменной футболке, чистой и поглаженной. Это же касается брюк и обуви. Обувь можете не гладить, просто почистите. На вас должен быть бейдж. Кстати, если, беря трубку, вы забыли, как вас зовут, он реально вас выручит. От вас не должно пахнуть табаком или уж тем более перегаром. Про личную гигиену сами все знаете. Обязательно быть чисто выбритыми. Это касается всех. А теперь следующий шаг.